Атлетико Алавес. Худший матч Алавеса под руководством Абелардо. Абсолютно инертно выглядела команда. Атлетик играл достаточно собрано, достаточно динамично на первых минутах. Но вот все же, по большому счету, и не понадобилось какие-то сверхусилия прикладывать хозяин для того, чтобы победу одержать. Иньяки Уильямс на 8-й минуте. Опасный удар наносит. Фернандо Пачеко переводит мяч на угловой. И угловой тут с правого фланга выполняет Маркель Сусаета. Пас на Эчейту. Удар задевает мяч ногу Марипана и залетает в дальний угол. 1-0 в пользу хозяев. Ну, возможно, конечно, сказалось и то, что у Алавеса травму получил Бурги достаточно быстро. Уже на 21-й минуте пришлось делать замену Абелардо. Но это тоже не объясняет в полной мере инертности Алавеса. Вот как раз Бурги в этом эпизоде ускоряется и наносит удар по воротам соперника. Рауль Гарсия головой пробивает на 19-й минуте. Хороший шанс у 22-го номера хозяев. Отражает его удар по Чеку. А это вот эпизод, когда травму получил Бурги. Вот здесь. Пытаясь ускориться, почувствовал он боль. Буэн, который уже, казалось, покинет Алавес, в итоге был в заявке и уже в первом тайме вышел на поле. Иньяки Уильямс выполняет пас, а Дурис наносит удар. 36-я минута. Хороший сейв Пачеко. Ну вот в эти минуты, в принципе, у хозяев не так много было моментов. Ярай Альварес, как только вышел разминаться, тут же овации встретили его появление поклонники Атлетика. Экс-игрок Атлетика Ибай Гомес бьется штрафного на 44-й минуте. Мяч летит выше. Иньяки обыгрывает двоих соперников штрафной площадки, простреливает. Пачеко переводит мяч на угловой. Иньяки Уильямс, безусловно, лучшим был в составе Атлетика в первом тайме. Второй тайм начинается с неплохой атаки Алавеса. Педраса выполняет пас, затем Боян даже удар нанес, и Яго Эррерин мяч поймал. Это 47-я минута, и вот надолго затем об Алавесе можно было забыть. И мы возвращаемся к тому, что вроде бы Атлетик не играл как-то сверхмощно, но, тем не менее, время от времени моменты свои создавал. Вот Адурис бьет на 62-й минуте. Ну а затем следует подача, и арбитр назначает пенальти. Пабло Гонсалес Фуэртес посчитал, что Рауль Гарсию сбил Дуарте. Алексис свою желтую получил уже затем за протест. Адурис бьет пенальти. Точный удар в нижний угол. 64-я минута. 2-0. И без того матч достаточно комфортным получался для команды Кукусиганды. Ну а когда преимущество выросло двух мячей, еще проще было довести игру до победы. И как раз вот еще в концовке Атлетик сумел несколько хороших моментов создать. Иньяки Уильямс отбирает мяч в этом эпизоде. Пасует он налево Адурису. Адурис вошел в штрафную площадку, возвращает мяч на Иньяки и бьет мимо ворот. 11-й номер хозяев. Это 77-я минута. Демаркос ушел с поля, вышел Иниго Леко, травму получил Демаркос. У Эчейты шанс сделать дубль, но на 85-й минуте пробивает он мимо ворот. Педраса пробил Алавеса на 89-й минуте. Ну да, вот по сути, это второй момент, второй удар Алавеса за тайм.
2-0 побеждает Атлетик.